нужно твое разрешение на пластины. А, ну да, действительно. Кто, если не я, правильно? Да. Ты не ерничай. Это абсолютно верно. Кто-то должен дать разрешение. Ну? Что-то мы забыли, блядь. Что-то мы забыли, да. Мне ждать эту камеру? Есть еще одна. Нет, не надо. Что ждать? Давай еще раз. Потому что ты, Олег, добрый парень. Угу. Потому что я доверчивый. Безотказный. И наивный. Да. Олег, ему 19 лет, у него трое детей. Откуда он? Это неправильно. Почему? Ну, потому. Безотказный. Давай еще раз. Я говорю, откуда он? А, да, да. Я откуда знаю? Это ЖИК из Давай мобильки. Сейчас. Это, да. Откуда он хоть? Не знаю. Таджик из глубинки. Начинается. Брагин, у него трое детей. Понимаешь? 19 лет. 19 лет. Ты там не сказал. Что, из-за... откуда он? Не-не, потому что я, потому что хороший. А, да. Давай еще раз. Давай, 19 лет? Зачем ему руки? Так он сварщик. Ладно, пошли. Это значит да. Посмотрим. Пластинки надо! Финал подхватить! Вот, вот друг настоящий. Взял от меня, блядь, эти... Да. Давайте, Дима, смотрите, да. Какая-то... Ему 19 лет, у него 3 детей. Да. Теперь ты мал, да? Так, что здесь происходит? Ага, понял. Да. Да, покрови там, чтобы еще, ну, конечно, все покрови, блядь, салфетки. На это, либо что-то на столе. О, господи, это помогу. Я сейчас делаю, делаю, иду, иду. Там пока там представляешь, как полезно. Я салфетку дайте немножко. Салфетки. Немного мы напихали сейчас. Нормально, нормально. Ну, в кадре нормально. После меня вам немножечко. Во. Ага. Ага. Ты что-то сверху полей. Сейчас полью. Да давай некоторые. Ну, хорошо. Игорь, тишина. Тишина. Вот вы еще там салфетки. И начали. Эти сволочи греются. Мы, говорит, щипаните им огня, чтобы они нахер тут подпрыгнули. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вам этаж? Первый, пожалуйста. Пожалуйста. У тебя кофе, дай глоточек. Сейчас. Поцелуешь, да? Поцелуешь, да? Кто? Ну, мы не имеем права без согласия твоих родителей, потому что тебе еще нет 18 лет. Имеете, иначе я умру. Какой у тебя экип? Ой, покой. Пришла в осовках и начали. Маша, что ты здесь делаешь? Ой. Я вот хорошо сказал, молодец, прям да. Только загляни на черт, и больно. Маша, не опираться. Врач, когда освободится, он к вам выйдет. Что? И все... Что с ним случилось? Надо подождать. Полицию вызвать? Куда ты ушел? Ну, спросить у кого, кто его оперирует вообще, где кому денег дать. Ну что, Машня, в кино пойдете со мной? В кино? С вами? Ну да. Пойдем? Ой, нет. До свидания. Ну, тогда брысь отсюда. Ну что, мне садиться, нет? Садись.